И продолжаем тоже ОЧП. В реку Кауц, это в районе Бауски, из нефтепровода Полоцк-Вентспилс попало горючее. Скорее всего, это произошло из-за нелегального подключения. Небольшое нефтяное пятно обнаружено и в Лелупе. Весь день аварийные службы занимались сбором нефтепродуктов из водоемов. Жалобу местных жителей на сильный запах горючего спасатели получили в 7 утра. Местечко Ритаусма недалеко от Бауски. Нефтепровод проходит прямо под полем. Работники «Латросттранс» нашли место утечки и сваривают трубу. Полиция собирает вещественные доказательства, в том числе само устройство для подключения. А спасатели тем временем перекачивают в большие бассейны нефть из реки. При помощи бонов загрязнение стараются удержать от попадания из маленькой в большую реку. Утечка дизельного топлива в реку протянулась на 4 километра вниз. Общая площадь загрязнения 10 тысяч квадратных метров. Наша задача не допустить, чтобы нефтепродукты загрязнили Лелупе. Местные жители рассказывают, за последние годы это уже 12-е нелегальное подключение к нефтепроводу. Спасатели говорят, таких больших утечек не было с 90-х. Впрочем, официально ее оценивают как утечку локального масштаба.